друзья, добрались наконец до нашего отеля. Так, в общем, находится здесь, называется. Как он называется? Отель этот? Классический тайский дом. И цена в сутки какая? 700 бат. В общем, 700 рублей в ночь. Сейчас зайдем внутрь и посмотрим, что у нас здесь. Мы сейчас находимся в Пхукете. Наконец-то сюда добрались. Выехали еще вчера днем. В общем, сутки ехали. Самое интересное, у меня опухли почему-то ноги. Я не могу до сих пор понять, почему это происходит. Сейчас буду разбираться с этим вопросом. Надеюсь, это просто из-за того, что затекли, хотя у меня никогда такого раньше не было. Все, друзья, смотрите Анзор ТВ, двигаемся дальше в солнечную Калифорнию.